Коллаб — это офлайн-союз, это арт-пространство, это комьюнити, это музыкальный движ. Это место силы, если хотите, да, которое объединяет авторов, композиторов, музыкантов, битмейкеров, всех, кто так или иначе вовлечен в процесс создания музыки и хотел бы перенести свою музыку на всеобщее обозрение и попробовать раскрыть свое творчество другим, подчас, может быть, совсем незнакомым людям, и просто попробовать творить вместе. Почему нет? У вас есть проект, вы сидите дома, вы его делаете, вы понимаете, что зашли в тупик, наоборот, все хорошо получается. Но вы никогда не узнаете, какова механика создания чего-то вместе, если вы не попробуете. Для этого, собственно, и создан коллаб, для того, чтобы объединять людей, вырвать их из зоны комфорта и немножко попробовать абстрагироваться от домоседства. Абстрагироваться от домоседства и попробовать создать что-то новое. Возможно, это новое будет абсолютно не тем, что вы ожидаете от своего проекта, как вы его видели изначально, думали, что это будет именно вот так, нет, я хочу вот так. А попробовать положиться на мнение других окружающих людей и просто довериться им, сделать, допустим, так, как кто-то предлагает. И, возможно, это намного лучше, и это лучшее решение для вашей песни, композиции, для вашего трека. Поэтому выходите из своих берлог, приходите в гости, давайте создавать вместе. Это действительно здорово.